Всем привет! Я Global Positive. Вы уже, видимо, видите, что я позитивно настроенный, да? Вы здесь все тоже позитивно настроены, раз вы сюда пришли, раз вы решили в этот прекрасный солнечный день посмотреть на лошадок, да, всем привет! Наша палаточка стоит вот четко прямо вот так по курсу. Там пока еще нет опознавательных знаков, но вы просто поверьте, что она там. Там можно получить замечательные значки желтенькие вот такие. Называются «Я в позитиве». Вот. Каждый бесплатно может их взять. И этот значок гарантирует, что вы будете в позитиве очень долго, минимум один месяц. Вот. Друзья, значит, обычно мой тренинг занимает 2 дня, вот, но мне дали здесь 5 минут, поэтому ну, я постараюсь, да, уложиться. Скажите, кто любит секс без прелюдии? Есть такие люди, да? Я не вижу что-то. Все-таки скромные, да? А, есть, да, отлично. Ну вот примерно это я сейчас постараюсь сделать, да, потому что 5 минут и 2 дня, ну, разница большая. Дорогие друзья, простой вопрос, пожалуйста, задайте все сами себе. И в течение 3 секунд я прошу ответить на него. Сколько раз, как вы думаете, вы можете пропрыгать за 1 минуту на одной ноге вот так? 60. Еще вариант есть? 1. Клево. Так, еще. Кто готов попрыгать сейчас вместе со мной 1 минуту? Есть такие люди? Это проверка вашей интуиции, это проверка ваших возможностей. Вы сейчас очень много узнаете про себя любимого. Кто хочет? Давайте все сейчас попрыгаем. Единственное, тот, кто будет прыгать, скажите прямо сейчас скажите соседу справа, да, сколько раз вы хотите попрыгать. Да, вот кто сказал 30, 60, кто сказал? Давайте прямо сейчас скажите, чтобы потом не было, да, что я вот там нет, там я да, окей? Сказали? Сказали. Сейчас пойдет музычка, я засеку вот на этом замечательном айфончике таймер, да, и мы попрыгаем ровно 1 минуту. За 1 минуту вы узнаете, на что способна ваша интуиция. Вы доверяете своей интуиции вообще, нет, друзья? Отлично, я тоже доверяю, да, но вот с прыжками у меня что-то не сложилось. Сейчас посмотрим, как у вас получится. Вы готовы? Отлично. Ребята, кто готов прыгать? Рассказываю правила простые. Прыгаем на количество раз, на максимум. И забудьте ту цифру, которую вы сейчас сказали товарищу слева или справа, да? Он просто потом вам ее напомнит. Прыгаем вот так, раз, 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 и вот на максимум. Итак, все готовы? Я не слышу. Отлично, сейчас будет музычка, она вам поможет прыгать громче, выше, сильнее. На старт, внимание, поехали! Да, считаем сами считаем, да. Прыгаем, отлично. Еще. Да. Я с вами вместе прыгаю, никакой халявы, ребята. Еще. Давайте. И считать не забываем, да? 40 секунд прошло, еще прыгаем. Отлично, еще. Хорошо. Вот у девушки отлично получается. 54, 55, 56, 57, 58, 59, стоп! Сколько? Отлично! Теперь сравните, что у вас получилось, да? 20. А думал сколько? 61. Еще есть примеры? По очереди, давайте девушкой бьем. 180. А думал сколько? Думал 80, да? Друзья мои, вот это упражнение очень здорово показывает, как работает ваша интуиция. И она показывает, насколько вы на самом деле способны что-то совершить в жизни великое, такое хорошее, сильное, да? И какой потенциал вас заложит. Мы все недооцениваем свои возможности и способности. Мы способны на большее. За 1 минуту вы сейчас убедились, что это правда. У кого меньше получилось? Есть такие люди? Нету! Таких нет людей! И не было никогда, и не бывает. Мы всегда недооцениваем. Друзья, приходите ко мне в палаточку. В 6 часов может быть еще где-то время на 5 минут. Мы что-нибудь веселое еще придумаем. Спасибо, что были со мной. С вами Global Positive. Пока.